Здравствуйте, меня зовут Лилия, и сегодня я вам расскажу про компанию ENG Medical. Она занимается производством вот таких вот интересных для нашей жизни, которые пригодятся, товаров. Итак, я вам сейчас расскажу про компанию ENG Medical, которая занимается... Сначала она занималась именно расходным материалом для эндоскопических и ортопедических операций. Но так как сейчас в наше время очень много как бы нужно создавать материалы, чтобы как бы быть на плаву, поэтому они занимаются не только расходными материалами для операций, но еще и продумывают различные товары для как раз этой сферы. И сегодня я вам расскажу, какие товары они придумали, какие товары они уже ввели в повседневное использование, и эти товары они поставляют уже в 5 стран, ну, как бы сейчас ближних. Но они хотят расширить свой рынок, поэтому я вам расскажу про эти товары, чтобы вы тоже могли их заказывать. Итак, первый товар, который я вам сегодня расскажу, это вот такой вот ортопедический пояс. Вот так он выглядит, вот такая коробочка. Здесь есть разные размеры, S, M, L, XL и 2XL. Это вот разные размеры. Для чего же это нужно? Для людей, которые недавно перенесли операцию на межпозвоночную грыжу, либо для людей, которые страдают, ну, мерзнут в основном всегда, вот я, например, тоже всегда мерзну, либо для людей, которые работают в очень где-то холодном месте, либо для людей, которые занимаются такими видами спорта зимними, это очень хорошо подойдет. Сейчас буду рассказывать про товар. Как же выглядит товар? Вот так он выглядит. Это товар. Могу вам рассказать, показать. Здесь очень удобно то, что все на липучке. Размер, это немножко большой для меня размер, поэтому я вам показываю так. Вот так вот размер выглядит. Здесь тоже есть дополнительные липучки, которые вы можете вот так вот сделать, чтобы это было точно по вашему контуру поясницы. Очень хорошо, что здесь очень много липучек, и неважно какой размер, вы всегда можете сделать это все под себя. Очень удобно. Вот так вот. Здесь есть сетка. Сетка это очень хорошо, потому что подходит для любого вида, как сказать, для любого сезона. И зимой, и летом, одним цветом говорят, то, что хорошо продувается и никогда не будет пота. Ну, когда, я имею в виду, вы будете носить этот товар, что пота не будет. Итак, вот в этот вот кармашек, вот здесь вот, можно положить вот такую вот штучечку, тоже прилепить ее. Эта штучечка создает дополнительный упор. Если как раз вам не нужна такая сильная, жесткая вот стабилизация корпуса, это очень хорошо подойдет, чтобы просто держать спину, например. Вот так вот. Также есть вот такое. Это вот как раз для людей, которые перенесли операцию или которые, ну, нужно такое, как бы, не скажу, что не гипс, а вот чтобы не двигалось все, также можно вот сюда вот положить. Сейчас. Вот сюда вот. Ой. А вот сюда вот все затолкать. И вот она у нас не будет выпадать. Это очень хорошо, потому что реально вы стабилизируете поясницу, и она у вас не будет двигаться. Если реально у вас межпозвоночная грыжа, то это очень хорошо подойдет. И также есть вот такой вот, тоже на липучечках, его можно прилепить. Вот так вот. Здесь видите такие кругляшочки? Это магнитики. И магниты... Самое хорошее, я говорила, это для людей, которые работают где-то на холоде, либо людей, которые мерзнут. Эти магнитики как раз позволяют как бы повышать температуру тела. Без всяких электроприборов, без батареек, с помощью магнита они повышают температуру. Поэтому это очень хорошо и как бы очень, как сказать...
ну, очень удобно. Так, это вот первый товар, который я был, очень удобный. Второй товар, и вот такой же есть тоже первый товар, это, для, например, для беременных женщин, которые вот хотят, чтобы у них, например, менструальный цикл и очень холодно, и они хотят, чтобы здесь было тепло, вот такие вот тоже магнитики, и сзади, и спереди, и вот если вот так вот сделать, сейчас покажу, вот так вот, оп, у меня просто здесь не мой размер, вот, очень тепло и спереди, и сзади, не то показываю, ну да ладно. В общем, так, дальше. Второй, который пример я вам покажу, это вот такое вот интересное приспособление для шеи. Сейчас в наше время очень многие долго сидят за компьютером, либо за телефоном, и у них вот здесь вот образуется такое, как называется, черепашье, ну, не знаю, шея. Вот. И это очень удобно для как раз таких вот людей. Одеваем, и такой вот штучечкой мы делаем, надуваем, она раздувается, я думаю, вы видите, и как раз вытягивает шею. Понятно? Угу. Также мы вот здесь вот раскручиваем и можем спустить. Это также очень хорошо для людей, которые долго сидят за компьютером, долго сидят в телефоне, у которых образуются вот эти вот кольца Венеры, чтобы как раз вытянуть позвоночник, у людей, у которых плохая осанка, либо, например, вам нужно вытянуть позвоночник, очень хорошее приспособление, потому что оно вытягивает и не можете уже согнуться вот так вот, поэтому вам всегда будет вытягивать шею, это очень хорошо. И третий продукт, который я вам расскажу, это вот такие вот, как сказать, сейчас скажу, слово подберу. Это такие приспособления, которые как раз безопасны. Как я забыла, называются, в общем. Я сейчас вам расскажу. Вот так вот. Например, если вы занимаетесь каким-то видом спорта, например, вы едете на коньках, либо на роликовых коньках, либо на лыжах, и вам нужно как раз беречь вот эта вот защита. Это как раз и она называется. Защита есть также, есть для напульсников, есть для локтей, есть для колен. Это очень хорошо, потому что, ну, как бы, если у вас даже болят колени, это очень тоже хорошо. У меня, например, мама болеет, и вот я ей покупила, очень хорошо, удобно. Тоже очень удобно то, что здесь есть липучка, вы всегда можете подкорректировать, ну, как бы под свой размер здесь, либо на колени. Вот. В общем, я вам показала вот эти вот три предмета. Это вот у нас такой для поясницы, очень хороший для тех людей, у которых межпозвоночная грыжа была, операция, вы хотите стабилизировать поясницу, если вы где-то работаете в холодном месте, либо вы постоянно мерзнете, либо вы занимаетесь каким-то таким видом спорта очень активным, очень советую именно вот этот вот для поясницы стабилизатор. Также, если у вас черепашья шея, я вам тоже советую, чтобы вытянуть шею, вытянуть позвоночник, это очень хорошее. И вот этот вот наколенник под защитой будет у вас на колени и на локте, очень хорошее. Я думаю, вы поняли, что я хотела вам донести, вы всегда будете пользоваться нашей продукцией ENG Medical, она всегда с вами, и она все прошла, эти сертификаты есть, конечно, вы можете посмотреть это на сайте, это все медицинские принадлежности, поэтому я доверяю им, я думаю, что вы тоже будете им доверять. Спасибо за внимание.